Ну что, ребят, возвращаемся мы в эфир. Всем еще раз доброго времени суток. С вами StarLadder TV. У микрофона Нерзул. И это Fast Cup номер 13707. У нас финал. Финал. Третья катка у нас за сегодня. И встречаются команды Silence и команда No Enigma Gaming. Так вот. Ну что, пики баны, давайте начинать. Итак, в бане от команды Silence Фура и Инвокер. И два бана, Air Spirit и Пугна, которые мы уже сегодня видели. Которых. От команды от... О, господи, что... Команды NEC, будем ее называть так. Два бана, Axe и Void. И два пика, Лич и Ogre Mag. Статистика. Забыл. Ну, не будем называть еще раз статистику команды Silence. Назовем только статистику команды NEC. Так, 6 матчей, 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение. Ну, тоже такая чистенькая статистика, скажем так. То есть, в принципе, фаворит в этой игре явный. Это команда Silence. Ну, у нас очень быстрые баны, Спектра и Дарксир отлетают от команды Silence. И ДК и Тинкер в бане от команды NEC. Тайдхантер. Огр, Лич и Тайдхантер. Ну, если это будет опять не пассив гейминг, как в прошлой игре, то, возможно, что-то и получится. Рубик. Вот Рубик. В принципе, да, ему здесь есть что тырить, ему можно там запотеть, тырить Равагу, можно попробовать какой-то чайник, там Огра, Станчик. В принципе, Рубик здесь будет довольно полезный, просто ему нужно как-то быстро получить 6-й левел, потому что если он будет стоять тупо на одной линии, там, минут 7, как мы сейчас это видели, то, ну, здесь такого, я думаю, не будет. Здесь Рубика все-таки найдут, как разогнать. Алхимик. Вот так вот. Но это будет игра на Алхимика. Чем контрить? Сложный вопрос, на самом деле, чем контрить товарища Алхимика. Ведь Алхимик, скорее всего, пойдет сейчас в мид, насколько я понимаю. Чем его законтрить? Ну, возможно, Свен. Это, ну, если выбирать там из керри, допустим. В лейте там где-нибудь. А вот что будет пикнуто в мид, ну, сейчас посмотрим. Пока что-то в голову ничего не приходит. Такое прям, знаете, такое прям что-то гениальное такое. Да, пишет, что опять не забанили Эрспирита. Но у нас Эрспирит, если не в бане, то он в пике. То же самое было с Зевсом, тоже сейчас с Инвокером. Но, кстати, Сайленс брали Инвокера и сами его сейчас забанили. У них какая-то другая стратегия. Но Инвокер бы на самом деле хорошо обстоял. Ну, задумались, очень сильно задумались, парни Сарин. Что делать с этим алхимиком? Эмбер Спирит, но это будет долгая катка. Но опять же, смотря куда Эмбер пойдет. Теоретически он может и в миду неплохо постоять. Но здесь уже будет все зависеть от исполнения.
Outworld Devourer. Кстати, да, что-то я не подумал о нем. Он бы здесь очень круто бы заехал. И Свена, и снова пикают Сларка. Ван Свена берут Сларка. Ну вот тот мне тот такое. Вообще, Тайдхантер супер неприятный чувачок против Сларка. Сларк начинает что-то делать, ему там сносят какое-то количество хп, он заходит, соответственно, в ульт. В это время выдается Равага, ну, примерно так, это в лучшем случае. Плюс, естественно, якорь, который Сларку очень сильно мешает. Особенно в начале. Не знаю, как-то Сларк здесь, мне кажется, потухнет. Ну и последний пик от команды No Enigma Gaming. Что это? Это врач. Это врач. Ну, посмотрим. Ну что, поехали. Последняя у нас катка на сегодня. Но перед этим нужно сделать дисконнект. Причем массовый. Так, ну вроде реконнект у нас потихоньку люди. Ну вот сомнительный, мне кажется, пик вот этого Врайскинга. Да, он долго будет жить. Да не, хотя почему? Не, вроде нормально. Вроде годнота. Там и арморчик будет от лича. Будет и Bloodlust от Огра. Да, да. ПК очень хорош здесь. Главное, чтобы это был правильный ВК. Мобильный ВК. Который мог бы влететь на даггере, дать стан, дать две плюхи, разнести лицо. Кстати, очень важное, я считаю, изменение внесли в Райскингу. У него теперь... Крит с Mortal Strike по крипам вылетает в войне сильнее. Это, я считаю, надо как-то использовать. Может быть, это какой-то БФ теперь у нас будет. Так, у нас, кстати, смоуганг. Будут пытаться кого-то цеплять. Понимают, что тяжело драться с... команде соперника на начальном этапе. Вот сейчас найдут ВК. ВК подняли. И можно его пытаться здесь убивать пунч. И, скорее всего, это будет минус эрспирит. А дэмаж это совсем... Ой, эрспирит, господи. Минус ВК. Ну, совсем нету дэмэджа. Вообще его нету. А зачем пугна декрепифай это вначале качнул? Странное решение. Но фистами не зацепить. Или зацепить. Ой-ой-ой, ошибается эмберспирит. И уходит отсюда ВК. Спустили на него очень много скиллов. Особенно Эмбер. Эмбер сейчас без маны будет. Кстати, куда у нас кто собрался-то, я могу понять. Да, Эмбер будет в миду. Рубик полетел. Дабла у нас, кстати, Лич здесь поставил сентряк. Будет помогать он... алхимику выстоять в миду. Тем временем у нас пошла атака на Тайда. Сняли ему пол хп, просто затыкали его здесь до смерти, и пока на этом все. На боте у нас здесь ВК и Огр против Эрспидита. Опять против Эрспидита.
И попустил крипа. Пока все тихо и спокойно. Кстати, Омбер это жизнь тут не очень. Алхимик себя здесь чувствует прекрасно. Так, Фрост. И Фрост снова. Фрост Бласт. Я просто как-то не изучал прям, знаете, так досконально название всех скиллов, но в последнее время приходится. Но Эрспириту здесь не так весело, как в прошлой катке. Огр здесь его хорошо своей дубиной развлекает. А на топе тем временем пытаются забрать Тайда. Ну, просто... Рубик сейчас его здесь замахает до смерти, но, может быть, кстати, замахает. Пошел пунч. Больно Тайду и с руки подстопить. И все, еще бластик. А бласта-то нету, пугна первого левела. Дай надо отходить. Тайда убить просто нечем. Тихо, мирно у нас пока. Кстати, где Огр? Огр-то куда делся? А вот, Огр в смоках. Будет пытаться выходить на Эмбера. Попытаются его здесь убить. У Эмбера, кстати, сейчас будет Боттл. Если его сейчас здесь убьют, Боттл отсрачивается у него. Так. Так, Фростбласт пошел. И Огр, где же Огр? Вот Огр со станом пришел. И надо убивать. Надо попытаться здесь убрать Эмбер Спирита. Идет ТП. ТП сейф. Так, прилетел Рубик, подняли Огра. И Эмбер выживает. Боже, его здесь не убьют. Так, кура, кура, убить куру. Куру, дубинка, дубинка, давай. Эх, не убил. Не убил и бой. Ой, на развороте. Пугна, Пугна умирает. ФБ, ФБ на 4 минуте. Но все-таки Огр здесь, я думаю, погибнет. Вот ему отсюда уйти. Огр. А бы еще крипчиком? Нет. Нет. Спирит все-таки добивает. Но ФБ забрал. Жаль, что не смогли убить Эмбер Спирита. И теперь у него появляется Боттл. Ну вот. Вопрос, может быть, все-таки алхимику стоило бы прокачать хотя бы на раз колбуту? Ну, хотя бы на раз. Никто же не просит там ее максить или там на два качать. Просто на единицу и все. Там сколько стан? 1.75 плюс 150 урона. Я, ну, по-моему, я считаю нормально. Эмбер бы точно погиб. ВК, у ВК 34 на 25, ну, неплохо стоит. Ну, так, у нас здесь скан идет на топ. Видит Тайдхантера. И не видит. Просто спрятался. Но если его здесь найдут, ему здесь будет криндец. Так, снова попытка Огра у нас выйти в мид, но как-то вот он уже, по-моему, спалился. Он прошел с поварду. Эмбер знает, что Огр где-то здесь. Эмбер, кстати, пятый левел, учитывая то, что он стоял-то здесь практически... Да, ну, практически соло он стоял здесь. Огр вышел, ой-ой-ой, какой буйный толстый мужик с дубиной. Ну, единственное, да, вот только с руки вот так напихать, но алхимик как-то совсем не вовремя отсюда ушел. Идет сейф ТП, ну развели просто на ТП.
у ВК появляется Midas. По-моему, это ошибка. Я, конечно, может быть, что-то в этой доте не понимаю, но, по-моему, это ошибка. ВК должен быть быстрым. ВК это дагер, армлет, если это возможно. Какая-то коса и БКБ. И вперед просто ломать. Смысл от этого Мидаса. Зачем дотягивать до лейта, если, в принципе, можно выиграть начало? У вас есть Рэвидж, у вас есть Дичь, у вас есть Огр со станом, которого еще к тому же хрен убьешь. У вас... Ну да, у вас есть Алхимик. Тут сейчас в Солянова просто Эрспирит это ушатают. Будет и станчик, да, пошел стан, и это минус. Кстати, стан у ВК замакшен. Это, наверное, сейчас стало главным фактором. Алхимик армлет. Вот ненавижу этот просто артефакт на алхимике. Но опять же, если алхимик покупает армлет, значит это будет быстрый алхимик. Значит он вот прям готов идти махать руками. Зачем тогда ВК покупает себе Мидас? Купи ПТ, купи дагер, купи армлет, иди уничтожай просто команду. Ты врываешься, даешь стан, две тычки, все, там условный какой-нибудь пугны, условного рубика просто не будет, даже Эмбер Спирита. При том, что у тебя в команде еще есть контроль, есть, опять же, есть Огр, есть там Равага, если нужно будет. Непонятно. Так, тут нашли Тайдхантера, как-то он здесь совсем загулял, и это минус. Да, было ТП от Лича, но поздно. Из Лича такой себе сейвер. ВК. ВК тем временем имеет ПТ, Мидас и 600 голды сверху. Кстати, что у нас по нетворсам? По нетворсу впереди планеты всей, как всегда, алхимик. У него 5200. Он, кстати, пока еще не так далеко, он оторвался. Есть ли стаки, но вот только вот здесь вот. Но это сейчас, по-моему, зафармит здесь Сларк. Еще-то есть где-то? Нет, больше нигде нет. Плохо. А, боже, господи, что я несу? Химик же в другой команде. Тут ему готов шведский стол. Лича, сейчас скоро будет 6-й левел. У Тайда уже есть. Рэвидж, можно пытаться что-то где-то организовать. Так, ну здесь снова нападение на Тайдхантера. Идет ТП, есть Равага, и можно попытаться кого-то убить, но куда дал стан Огр? Кстати, все-таки может убить пугну, еще пару тычек, еще тычечка! Все-таки сгорела пугна. Догорела. Ну, размен есть. Уже приятно. Ну, кстати, такая равная игра, более-менее. Бомбер очень все плохо. У него 2600, он мид. Скажем честно, проиграл. Но мог умереть он гораздо больше раз, чем вот он умер. А он не умер! Боже, Эмбер ни разу не умер. Его ни разу не убили. Он два раза уходил... Да, ну два это точно уходил просто на тычках.
Так, Рубик здесь. Сейчас пострадает от дубины. Еще и лич пришел. Ну нет, ну вот здесь вот дорожка, да. Теперь здесь есть эта вот дорожка, через которую можно всегда убежать. Надоели на самом деле эти изменения карты, серьезно. Ну уже каждые полгода, по-моему, меняют эту карту. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower. Так, ну алхимику пора уже выфармливать эти стайки. У него, кстати, 2800 на руках, боже, сколько у него бабла. Просто гребет их лопатой. Боже, ну сейчас еще руну взял. Сколько денег у него? Но он точно 1000-1500 поднимет, а то и 2. Так. И вот он пошел. И вот он пошел за своим баблищем. Ну, посмотрим, сколько у него сейчас будет денег. Вот у него было 3300. Смотрим. Просто 700 голды. Как с куста. Кстати, нападение на огра. Попытались... Вот догнать, на развороте пришел алхимик, дал колбу, но отсюда все, по-моему, укатятся или нет. Нет, все-таки огр должен здесь погибнуть еще тычечка. Ну, боже, крыша не везет Эндеру. Он снова никого не убил. Кто не убьет? Еще тычечка. Так может быть догореть, нет, не догореть, прилетает булыжник. Равага, ну, по-моему, жадно. По-моему, это очень жадная равага. Но и Эрспирита все-таки убили. Тревела. Наконец-то появляются умер Тревела. 13-я минута, но не так плохо, как могло быть. Ой-ой-ой, какие тычки, господи, боже мой. Еще бы критульку. В ВК появляются барабаны. 1600 сверху. Тоже фармит он довольно бодро. Ну, наверное, да, все-таки он более-менее реализовал свой мидас. Фармит он как проклятый. Никто ему не мешает. Так, значит, что у нас по преимуществу? 5000 преимуществ у команды новой Enigma Gaming. Много, много. И 4000 по XP тоже много. Так, нападение алхимика немного не загулял, прилетел булыжник Понч. И он подрубает армалет, тяжело будет его здесь убить. Тяжело приходит Огр, Станчик, Игнайт. И можно на развороте колба прилетела, но по-моему... Нарк все-таки отсюда уйдет, а вот Огр Маг может погибнуть. Тоже не погибает. Все остаются живые. Все-таки чайником решает добить Эрспирита и не добивает. Господи. Рубик чайник украл. Лол. Появляется дагер у ВК. В личах, кстати, ничего нет. Вообще ничего в запаке нет. А здесь лежит Сакрит. И что это, Радик? А нужен ли он здесь? Ну, посмотрим. Дисконнект. Дисконнект у нас опять случился. Вылетел алхимик. Под дождем. Да, вот появляется Радианс. Быстро, очень быстро.
9200 нетворс у алхимика, очень-очень много. И ближайший преследователь из команды противника это Сларк, у него 6200. Что здесь он умеет? Но он будет покупать себе, естественно, ШБ. Ой-ой-ой, боже, сколько он гребет. Не знаю, я считаю, что таких персонажей надо искоренять из доты. Тот же Свен, который подрубает просто ульт и становится супер имбасильным. Учитывая, что у него в запаке там ни хрена нету. Нападение на ВК, но попробую здесь убей. У него две жизни, приходится еще и хелпа. Так, ВК сейчас встанет и сюда, Рабага! О, добрый вечер. Добрый вечер, но все никого не убивают. Рубик просто спер еще тот самый чайник, дал и развалил всю команду. Ну это замес имени Рубена. Потому что если бы не чайник, там было бы все очень-очень печально. Но Рвага была шикарная. Так, ну Лич здесь загулял. Лич, привет. Лич умирает. Ну это такой мини-камбэк. Но команда Radiant в любом случае всегда будет вести по голде. Потому что у них есть алхимик, который просто вывозит всех на своем горбу. На это, по-моему, обращать внимание особо не стоит. Че убьет? Сейчас умрет! Боже. Нападение на Огра. Все-таки достал Сларк пунчем своим. И пухлый отъезжает. ВК пришел, тычку дал, тычку дал. А демага-то... А демага-то нету. Чайник пошел, чайник очень плохой. Эмир Спирит все-таки, наверное, здесь погибнет. Хотя бы лыжничком отбросится. Но попытался замансить, чтобы укатиться. Так, здесь еще пытка догнать Рубена. Стан от ВК прилетел. ВК сейчас откатится стан и, скорее всего, на все уйдет. Да, и еще помог Эмир. И все-таки не уйдет. Агаш есть, Агаша нет. Агаша нет. И еще станчик, тычечка. Отпаивают, просто Рубен живет. Угна. Нет, не засейвил. Но за Рубиком гнались очень долго. Выиграл он достаточно времени. Так, ну ВК здесь что-то не может никак угомониться. У нас битва на два фронта. Огра поймали. Огра на разворот сейчас напихают. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень больно Эмбер рассыпался. Буквально от 3000 алхимика. Алхимик идет сейчас очень больно. У него радик плюс армлет. Ну и ВК здесь погибает. Стан на развороте. Ой, боже мой. Умирает Сларк. Слушайте, ну это размен-то 4 в 1. Остается в живых только Рубик. И то, который прилетел после смерти. Пятерых, по сути, разобрали. 10-10 у нас счет. И преимущество вот так вот прям прыгнуло. Ну, это, по крайней мере, катка не в одну калитку. Это уже хорошо. Уже есть какая-то интрига. Что будет покупать далее ВК? Ну, я думаю, что здесь выбор невелик. Надо покупать косу. Нужно просто отрывать плюхи от соперников. У Тайда. Что есть у Тайда? У Тайда есть рецепт на баклер, есть... Почти есть мека. Ну и даггер, конечно же даггер. Так что Рубик украл? Гнай, а нет, стан. Да, ну, опа, Огр, что мы здесь делаем? Огр погибает, идет сейф ТП, Рабага хорошая, но Огр уже погиб, чайник пошел, главное не отдать его сейчас Рубику, Рубику очень больно, Рубик погибнет, и да, Рубик погибает, это размен уже один в один,
Боже, это 2 в 2. Погиб. Погиб Эмбер Спирит. Сейчас может погибнуть здесь Тайдхантер. Тайдхантер погибает. Эмбер Спирит его добивает. 3 в 2. 3 в 2. ВК пришел. Стан тычка. И это минус пугна. 3 в 3. И здесь еще Сларк ШБ пришел, забрал. Это. А, это не байбек, да, нет. Что-то я подумал, что это рейдж байбек какой-то. Просто реснулся. Ну такие замесы. А. В ответочку просто. Залетели. По дровагу, но чуть-чуть поздно. Чуть-чуть поздно. Там Огр уже концы свои отдал. Это Мьёльнир, это будет Мьёльнир УВК. Сларк. Нашел клиента, можно, в принципе, ему здесь повпаривать немного. Да, помощи не будет. Ну, просто с блиндаггером БК ушел. У алхимика все прекрасно. У него на 21 минуте 13 тысяч нетворса, Радик, Армлет и... Привела. Что-то Тайд загулял, привязали его чайнами и разошлись. Лич, неугомонный. Смоуганг будет. Только на кого? Если Рвага. Рваги нет. По-моему, это ключевой фактор того, что не надо никуда сейчас идти. Но заходит на Рошана. Очень, на самом деле, неожиданно. И не знает об этом команда Дайер. Дали скан, не прочекали. И прочекает, и сейчас это все делает. Спирит, ну же, камень. А, специально, да, делают... Говорят, не давай камень, мы сейчас придем. Вот он вкатывается. Ой-ой-ой, а пульс-то дать? Пульс отличный. Ой, Рошана спилили. Алхимик сейчас заберет. А Егис, он сейчас встанет. Чайник летает. Рабага пришла. Эмбера добить еще тычечка. Эмбера добивают. Встает ВК и сейчас просто начнет всех ломать. Сейчас будет стан. Прыжка нет. Стан. И это минус сейчас будет Сларк. Нет, он уходит в ШБ. Он успевает уйти в ШБ. Там просто погибло 4 человека. Сори, ребят, я даже там просто не понял, кто кого там убивал. Там просто все были в одной маленькой кучке, и там был Рошан, всех их заслонял. И давал немножечко баши, 15%. Не пробить этот тавр бэкдором. Вдруг протекция, точнее, работает. Сларк нашел алхимика, но ему здесь надо уходить, есть ШБ. А может и не уйти отсюда? Нет, все-таки уйдет. Рассвета нету. Так, Слак нашел куру, пытается ее слить. Нет, не успел. Чуть-чуть еще буквально бы. И что там в куре было? О, а там в куре половинка Октарина была. Кстати, выход на ВК. Выход на ВК, и Сларк его сейчас может здесь зацепить. Так. Пунч, но... И ВК не встанет. И ВК не встанет. У Сларка, кстати, 3300. У Сларка все отлично. У него Силвер, Мидас и 3300 на руке. Да, Лич приплыл. Просто, ну сколько с бласта? Просто пол хп с одного бласта. Боже мой. 17-16 у нас счет, преимущество 5000, ну вот они, 3000 по сути, вот даже 4, вот они. Нет, ну 3, да, 3. И где-то там еще 2000 валяются. Лишь почти купил Меку. Но пока у саппортов нет ничего такого. Какого-то там сейф артефакта. Вот под хила там. Ну понятно. То есть сначала хотел Меку собрать Тайд. Он продал рецепт на Баклер и решил собрать Пайпу. Ну тогда уж пусть бы доваривал Меку.
Пусть Богар купил бы что-то пополезнее, может какой-то Климер там или Форстав. Непонятно. А, Лиджи собирает, господи, причем здесь оба? Лиджи собирает. Ой-ой-ой, сколько всего. Скади появляется у Сларка. Да, и Сларк сейчас, конечно, машина. Ну, это герой двух артефактов. Вот у него есть два артефакта. Все, он сейчас пойдет убивать кого угодно. Учитывая то, что алхимик его так... Нифигово его так перефармливает, на самом деле. Так, алхимика видит. Ну, Сларк здесь понимает, что еще... Четыре человека рядом, и надо просто отойти. Но пытается он бакануть. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, это ошибка. Или все-таки нет, нет. Скинул он все с себя. И Лич умирает, не прокастовав ничего. Это будет минус чайник в замесе. Фисты пошли хорошие. Равага пошла. Ну, а дальше? А дальше все отлично. Убили Респирита. Улетает отсюда на лоу хп Эмбер. Но погиб. ВК первый раз встает. И сейчас будет отрезать просто куски. На-на. Сларка поймать. Ну, Сларка просто не убить, это понимает, это ВК. Мансую здесь Пугна, она просто на 2 хп. И Пугна погибает. 3 в 2. 3 в 2, ВК жив. Алхимик мертв. Ну вот он, Эмбер, немножечко непонятный Эмбер. Сларк вообще ничего не боится, он сейчас опять пойдет. Да, и ульта сейчас откатится, есть возможность убить кого-то. Ну и вот, вот так. Но Силвер это имба, боже, ну что это? Ну он дал, он просто дал Силверу тычку, Огру снесло четверть. Ну это же бред. Ну зачем так бусить артефакт на... Ну реально он и так был хороший. Он много чего дает за свою-то цену. Нападение на Лича, ну вот что это? Ну что это такое? Что это? Что? Ну как это? Что это за персонаж вообще? Все, вот серьезно, все жалуются на бустеры. Просто, что бустеры просто заполонили доту, что это шлак, это люди, которые доту портят. И Valve берет, выпускает артефакт на, по сути, реально на Сларка, который дает ему еще больше всего. Зачем так делать? Непонятно. Айсфрог, привет. Рубик загулял. Рубик, привет. Отлетает он просто здесь от мультикаста. И алхимику здесь, вот он ничего не может сделать. Сларк бегает, его просто не убить. У него 2400, 2 артефакта, по сути, на руках. Ему ничего сделать не могут. Просто горит. Просто горит. Серьезно. Неприятно, серьезно, неприятно просто смотреть вот за такой дотой. Не то, что там команды там как-то хреново играют. Нет. Ну вот, ну что это, вот это Сларк, вот что это вот? И ведь он не, это не единственный такой персонаж. Это Свен, это тоже такой же юзелес. Потом, кто еще у нас? Дестройер, Зевс. Что к чему, непонятно. Ну, Зевс еще ладно, он там как-то теряет актуальность в лейте, плюс он легко гангабелен, скажем так. Сларк это просто находка бустера. У него есть все. Есть отпрыг, по сути, сейф, есть снять все, ну так, как бы, деревенским языком объясняю. Есть скиллы похитить, стату похитить, все есть. Еще есть бешеная ульта. У Эмбера тем временем появляются... Продолжается у них замес. Убили в ответку Рубика. Равага здесь где-то была проюзана. Какая-то, ну, такая она. Но вот все-таки сейчас начинают наконец-то лицо Сларку разваливать. Он сейчас опять пойдет. Он сейчас пойдет обратно.
На лича. Давай в лича, братан. В лича, давай. Нет. Вон. Что это? Оба. А, неправильно тыкнул. Ну да ладно. Убили огра. Продолжается у них замес. Убили в ответку Рубика. Равага здесь где-то была проюзана. Какая-то, ну, такая она. Ну вот, все-таки сейчас начинают, наконец-то, лицо сварку разваливать. Ну, он сейчас опять пойдет. Он сейчас пойдет обратно. На лича. Давай в лича, братан. В лича, давай. Нет. Вон. Что это? Господи, без комментариев. Просто без комментариев. Три... Ловкость. 100, 107, 50 плюс 180. Его не убить. Это все, это не убиваемый персонаж. Его я бы... Не знаю, я бы вышел просто из этой игры, серьезно. Пердак сгорел до углей, ребят. Прям вот, ну серьезно. Четыре триста у Сларка на руках. И алхимик просто сидит со своим октарином и курит бамбук в сторонке. Зря, зря, конечно, алхимик начал покупать вот это вот... ну, я не знаю, как еще надо, ну, дерьмо. Октарин и манта, вот это, зачем? И вот купи вот два артефакта, вот, и все. Закончит. Но здесь нужны были боевые артефакты, хорошие. Не знаю. Тараску. Там я видел, допустим, алхимика Саши Яши. Раваги нет, да, раваги нет, чайник летает. Убили здесь просто за две тычки Рубика. Ну, вот Сларк сейчас выбернет. Просто все, он выбрал, его не убить. Ну, это бред. Все, эта катка не выигрывается. Алхимик сейчас разложит. Смотрите, вот сейчас алхимик разложит всю команду. Погибнет сейчас. Да, трипл килл от алхимика. И пошло. И пошло. Хорошо. Хорошо катаем. О, он на ХГ. Боже, он на ХГ заходит, просто ему ничего не могут сделать. Ему осталось купить Тараску, серьезно. Просто покупаешь Тараску, покупаешь бабочку, и тебе никто ничего не может сделать. Ну это МКБ, наверное, будет. Пять тысяч уже преимущество у команды Сайленс, просто вот так вот. Да, просто райт-кликом Сларк покупает себе МКБ, у него еще 1800 сверху. У Эмбера тем временем почти готов Дейдалус. Не почти, а уже готов. Так, Рубик здесь немножечко решил потырить. Глиммер, а даггера-то нету, и можно, кстати, здесь отъехать. Но не угадал, ВК, да, вот все, видят Рубика, и Рубика здесь сейчас погибнет, скорее всего. Опа, опа, бежит, 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 пунчем промазал. Ну, не беда. Это не беда. Какая же в этом беда. О, вот сейчас, наконец-то, может быть, ему наконец-то развалят лицо. Не развалят. Приходит команда. Это минус все. Идет у нас пуш топа. По-прежнему Сларку ни хрена нельзя сделать. Что он хочет собрать? А ну он решил просто купить башер на нах, тычка, Рубик в таверну. Но это не мешает Сларку прийти и сейчас разнести просто двух коров. Преимущество уже 10 тысяч. 10 тысяч это много. Алхимик уже превратился в такого убийцу саппортов. Вот он бегает по саппортам, как по бабам, только по саппортам. Но
Ну будет, вот я посмотрю, допустим, в перспективе, да, алхимик. Ну купит он сейчас себе эту манту. И что? Она не даст ему ничего. Она не даст ему ни урона, она не даст ему ничего. Ну, Старку осталось, на самом деле, купить БКБ. Я, кстати, не понимаю, почему он его не покупает. Он может просто выйти с инвиза, просто дать БКБ, и ему вообще ничего не сделаешь. Он сожрет всю твою стату, уйдет в ульт и съест тебя потрохами. Идет у нас... Команда Сталинс по боту, и сейчас, естественно, будет стычка. Причем стычка такая, что Сларк будет просто сейчас заходить на ХГ и там делать все, что захочет. Но надо бурстить, я не знаю, надо всеми станами, там, всем, чем только можно. Но есть же ведь еще команда, есть и Рубик, есть и Air Spirit, который даст там булыжник и просто остановит всех. Так, Сларк. Я бы дальше пошел, на чем не идет. Алхимика нашли. Тычечка. Оп. Старка не убил. Ну вот что, вот что. И что ты ему сделаешь? Так, а может быть сейчас? А может быть получится? Нет, ничего не получится. Чайник летает. Чайник такой себе. Спирит здесь, скорее всего, погибнет. Так, что Рубик? А Рубик чайник украл. Боже, как он тут проделал? Он вот так вот прошел. Красава. Красава. Возвращение блудного Сларка. Пытаются его здесь убить. А он ведь рестнется. А он сейчас появится. Он еще и сохраняет Аегис. Рубик дает чайник. Ну, такой себе чайник. Ничего он здесь практически не наносит. Главная ударная сила это вот. Вот это тут. Это рыба. Тык-тык. Все, Тавра нет. Не помню, зря испугался. Не, мы серьезно, ему просто надо купить бабочку. Бабочку или БКБ? Ну, бабочку. Зачем БКБ? Бабочку. Чтобы совсем классно было. Плюс ведь там еще есть Эмбер, который покупает себе, походу, 2 Дейдалуса. Он жесткий. Так, что у нас по нетворсам? 12 тысяч преимущества ведет команда Silence. И 7, ну, да, по голде, и 7,5 по XP. Кстати, сейчас пропадет Аегис. Нужно, наверное, как-то все-таки подождать. Следующий. Мне кажется, пора Сларку Октарин собирать. Знаете, купил Октарин. И все. У тебя Dark Pact юзается там... Ну сколько? Каждый, наверное, там 5 секунд, это так. Ладно, это мы уже шутки шутим. Ну вот в ВК, в принципе, есть арты. В принципе, они есть. Что надо делать? Надо просто убивать всю вражескую команду, кроме Сларка. Оп, оп, тычка, тычка, тычка. Статов уже у нас до хрена. ВК погибает первый раз. Команды здесь нету в помине. Бегут только... А, вот, все, да, чайник наконец-то сюда пошел. Алхимик, ну надо бить, всех бить. Кромсать, Air Spirit погибает. Так, Старк, он сейчас погибнет, погибнет. Равага есть, но он сейчас встанет. Он встанет, убьет всю команду. ВК там уже погиб. Погоня просто за Алхимиком, который отсюда никуда не убежит. Он пытается сделать тэп-аут. Пушит команда SL топ.
Хорошо играла команда. Команда Red действительно хорошо. Ну, мне понравилось. Да, были там какие-то проблемы в середине игры, небольшие. Но потом просто Сларк выиграл игру. Серьезно, ну один Сларк просто пошел и выиграл игру. Поставь любого керри, любого, вообще любого. Он не вывезет. А Сларк вывезет. В то время как алхимику нужно нафармить 4 слота, чтобы тащить. Ну, посчитаем. Так, здесь Эмбера пытаются зафокусить, крит, и Эмбер погибает. Но Эмбер-то погибает, а Сларк-то не погибает. Сларк-то есть всегда, везде. Ну, это, конечно, реально, вот это плохая дота. Вот не люблю такую доту, когда выигрывает просто один персонаж. Не командные какие-то действия, там, замеси, там, какие-то классные мувы. А вот именно выигрывает просто один персонаж. Пытается здесь на отчаянно воевать команда Нек, ну вот, ну опять Эмбер погибает, сейчас возможно здесь погибнет ВК погиб, и он уже не рейснется, байбека у него, по-моему, нету. Угна умирает, но есть боевая машина Сларк, который просто всех расчленит. Где-то Равага была сдана, Равагу сдали на Эрспирита. Эрспирит и укатился. Ну вот здесь сыграл он очень хорошо. Гаш будет, да, гаш будет. И все-таки Эрспирит! Нет, не погиб. Не хватило тычки. Так. Вездесущая машина для убийств. Без комментариев. Ребят, пердак сгорел до углей. Неприятно просто смотреть такую доту. Ну что, это скорее всего ГГ. Поблагодарим мы команды за... Ну, все-таки за хорошую игру сегодня. Все-таки это была не одноколичная игра. Команды старались, пытались. Ну-ка, есть отчаянно, Рубен играет, я, говорит, убью Рубена, Рубен погиб. ГГ. ГГ пишет Тайт. Я думаю, что можно переименовать команду в Сларк Гейминг. А, хотя нет, такая уже есть. Ну, да, играли команды достойно. Достойно, я считаю, финал, но все-таки Сларк здесь слишком силен. Ну что, на этом, я думаю, все. Пора закругляться. Да, ну что, ребят, всем спасибо, кто смотрел нас сегодня. Для фаскапа, на самом деле, народу-то много. На викингапе надо столько не набирается. Ладно, ребят, еще раз всем пока. Всем спасибо, кто смотрел. Удачи!